Устройство, позволяющее добывать криптовалюту из воздуха, разработали в Великобритании. Художник и исследователь Institute of Network Cultures Макс Давей разработал спирометр, измеряющий объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, что дает энергию для вычислений на компьютере. Объем совершенных операций зависит от частоты дыхания и количества вдохов майнера. Новая разработка использует технологию блокчейн и позволяет майнить цифровые монеты Monero в небольших количествах. По словам разработчика, главной целью создания инновации является изучение новых путей развития майнинга.